Демократическая партия США уже на этой неделе может пустить в ход свое главное оружие. К избирательной кампании может присоединиться президент. Барак Обама, до сих пор остававшийся вне игры, готовится поддержать Хиллари Клинтон. Источники в Белом доме утверждают, что глава государства планирует отдать свой голос лидеру гонки среди демократов, как только она соберет необходимые голоса делегатов партийного съезда. Минувшую среду Обама и сам отметил, что ситуация на демократических праймерис должна проясниться уже на этой неделе. Судя по всему, в Белом доме не принимают аргумент Берни Сандерса о том, что голоса суперделегатов учитывать не следует. Напомню также, что в 2008 году Обама победил Хиллари Клинтон только после того, как ряд суперделегатов перешел на его сторону.